еще одна вонючая. Убожество. Шахте? Сюда. Теперь нам надо быть осторожными. Эти твари просто покоя не дают. Ну ты ему показал. Тебя и не жалко. Еще не разучился драться. Я бы предпочел кусок мяса. И чего же ты ждешь? Я убью тебя. Я тебя размажу. Тебя размажу! Ты для меня не соперник. Не затянется.
этот бой не затянется. Я сломаю Остановись тебе, как червя. Ты у меня кровью умоешься.
все равно. Там с шахтой ты отлично справился. На это я не смогу ничего купить. Иди прямо к Тьялфу. Он хочет с тобой поговорить. Лучше, конечно, подождать. Ему это лучше знать. Никаких глупостей, ясно? Ты же знаешь, у меня своих проблем по горло. Послушал бы ты моего совета. Это принесет только новые неприятности. Когда-нибудь и это тоже закончим, можно подумать. Ты серьезно? Конечно, почему нет? Ты действительно думаешь? Эй, ты! Ты ведь с острова? Что такое? У тебя есть весточка от старателей? Они до сих пор не вернулись. Нет. Ох, я надеюсь, у них не возникли проблемы с орками. Мне нужно было пойти с ними. У меня есть необходимый опыт. Какие еще старатели? Волькар и его люди. Они вышли из деревни и отправились искать руду. Ты старатель? Да, один из лучших. Если я не нашел руду, значит, ее просто и не было. Ты можешь научить меня вести разведку руды? А ты дашь мне 10 кусков руды? Понимаю, значит, 10 кусков. Да, и я сделаю из тебя настоящего старателя, обещаю. Вот твоя руда. Я держу уговор. Ты станешь отличным старателем. Тебе нужна помощь? Может быть, нам действительно лучше пойти вдвоем? Бери свои вещи, я знаю, куда нужно идти. Я подожду тебя здесь. Идем в лагерь старателей. Я пойду вперед. Нам надо поторапливаться. Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет. Об этом узнают. Ты действительно думаешь, некоторые проблемы разрешаются сами собой? Если он будет продолжать в том же духе, из этого никогда ничего не выйдет. Если об этом узнают. Еще одна вонючая тварь! А! 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 А тебе никто и не спохватится! Вот мы и на месте. Огонь еще горит. Но здесь никого нет. Чувствуешь запах? Какой? Ползуны, ты должен спуститься в пещеру. Что с тобой? Я старатель, но у меня еще даже топора нет. Давай, иди. Новичок,